армии. И прямо сейчас, на эту сцену, выйдет команда КВН сборная Семикаракорска. Родных ребят, поприветствуйте, пожалуйста. Ребята, у меня есть новость. У одного из участников нашей команды не растут усы. Я знаю. И это я. Эй. В общем, Виталик, ты зачем сегодня выступаешь? На банкет хочу. Так банкет после финала. Так проходим, проходим, проходим. А мы не волнуемся, потому что один из нас переспал с ведущим. Юля, как тебе не стыдно? Это я. Семикаракорск на сцене, так что поддержите нас, ведь мы выступаем для вас на этой сцене, как последний раз, как последний раз. Ведь мы готовились, слова выучили. Я пошел домой, забыл эти выучки. Вместе с нами, отдыхаем, заряжаем, вместе с нами. Ребята в зале, да, ребята в зале, хи-хи, ребята в зале, хор, ребята в зале, хи-хи. Тема сегодняшней игры Хэллоуин, но у нас в Семикаракорске каждый день как Хэллоуин. Так что начинаем и показываем обычные миниатюры. Начинаем! А в Семикаракорске даже кукушка может быть прокурором. Кукушка, кукушка, сколько вы даете тому подсудимому лет? Ку-ку, 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 условно. А сейчас стало модным делать свидание на крыше. Одно из таких свиданий. Дорогая, да? Мы встречались с тобой 4 года. Да. Эти были дни самые лучшие годы. Спасибо. Блин, да все в этой жизни плохо, сейчас возьму и спрыгну с этой крыши. Что случилось? Я хочу спрыгнуть. Зачем? В моей жизни все плохо. Не надо, не надо. Что? Хотя, возьмите сердце. Зачем? Ну вы упадете, разобьетесь, будет форма сердца. Вам все равно, а моей девушке приятно будет. О, я люблю тебя. Я тебя тоже. Обычный случай на улице. Из увлажняющего крема. А ты, Хрюша? Нет, я свинья. Хрюша, ты что, хочешь поговорить со своей мамой? Нет, я не хочу разговаривать со своей мамой, нет. В дешевой клинике пластической хирургии. Здравствуйте. Я вчера у вас пластическую операцию делал. Так. У меня возврат. Нос? Как это произошло? Ну, значит, смотрите, идем мы с другом, он говорит, смотри, что у тебя на футболке, и хватит за нос. Ну, тогда только и глаза верните, они просто в подарок шли. Ишь ты какая. А когда отличница получает 4, ей кажется, что ее жизнь сложится именно следующим образом. Как 4? Ты мне больше не дочь. Дорогой, я люблю тебя, ты меня любишь? Да кому ты теперь такая нужна? Боже мой. На работу. Нет, сутенеры, нет. Что же это? Криминальная сводка. На вокзале была задержана путана, которая работала там 4 года. Как вы докатились до такой жизни? У меня было 4, помогите.
чуть-чуть накосячил, у тебя пятерка была. Ой, как хорошо. Я теперь могу спокойно работать. Пошли на работу, ты уже две смены пропустила. Что же это такое происходит? Семикаракорская лига, финал, и нет команды Семикаракорска. Почему так происходит все время, что команда из Ростова у нас выигрывает? Наши же не ездят в Ростов выигрывать у них. Я накатаю рэп за Семикаракорск. Текст хороший. Нужен текст хороший. А я бомбовый катану. Йо! Подожди, мам, можешь не уходить, постой. В общем, что хотелось бы сказать в конце. Я играю в КВН уже 4 года, и впервые на сцене собрались самые дорогие люди в моей жизни. Это моя мама, моя девушка Юля, мой хороший друг Виталик. И человек, который привел меня в КВН, Сергей Алексеевич, тоже мой хороший друг. Спасибо КВНу за то, что все мы можем здесь собраться и отлично провести время. Сборная Семикаракорска, сборная самых близких людей. Спасибо.